Отлично. Поляна очень хорошая. Мне кажется, это самая лучшая поляна в городе. Лучшая поляна в городе. Именно так называет стадион «Симбирск» футбольный тренер Николай. Сегодня он первым опробовал новый газон, который накануне уложили на поле. Ремонтные работы на стадионе не проводились уже больше полувека. Покрытие вообще самое лучшее в городе. Потому что его размер 6 сантиметров, самое такое большое. Везде 5, там 4. Это огромная популяризация футбола в городе Ульяновске. Здесь будет заниматься много детей. Ну, вообще, это праздник для всего города. Заниматься на стадионе смогут не только футболисты и воспитанники районной спортивной школы. На базе комплекса планируется создать сразу несколько спортивных площадок и даже установить небольшое поле для мини-футбола. Мы позиционируем наш стадион как центр не только развития футбола, но и центр развития спорта в целом. Не только Ленинского района, также города. Мы планируем развивать, конечно, как я сказал уже, это и футбол, и в первую очередь. Во вторую очередь, я думаю, это у нас будет как центр спортивной гимнастики. Это, я хочу сказать, это уличный воркаут площадки устанавливать. Также планируем мы с нашими партнерами установить стойки для развития стрит-баскета, то есть уличного баскетбола. И если мы установим хоккейный корт, то зимой мы будем еще и базировать здесь хоккейную команду. Сегодня на стадионе завершаются работы по склейке рулонов искусственного газона. Следующий этап – засыпка самого газона резиновой крошкой и песком. Первая игра на обновленном стадионе пройдет уже в июне. В планах проведения соревнований федерального масштаба, например, чемпионат России по стрельбе из лука, который состоится уже летом. Кристина Жакот, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.